Здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер и полицейские погони начинаются. Новый сезон, новые тачки и новые возможности нас ждут. Берем вкусняшки, берем попкорн, бабушкины пирожки берем и, друзья, мы переехали из аэропорта в доки. Теперь будем угонять тачки, знаешь, в разных местах. Будем угонять тачки с кораблей, с полицейского участка и т.д. То есть, понимаешь, будет уже какая-то сюжетка. Мы должны угнать тачку оттуда, от точки А, и пригнать точку Б заказчику. Давай-ка, друг мой, посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть доки, здесь краденые тачки. И нам нужно пригнать эту тачку, которую нам дадут сейчас. Должны пригнать ее заказчику. Он находится, конечно, очень далеко. И, конечно, будет полиция. Понимаешь, полицейские погони в новом формате, в новом сезончике. Начинается, реально будет интересно. Так что давай-ка, устраивайся поудобнее. Это первая серия с новым сезончиком. Я поздравляю, спасибо. Спасибо, что пишешь комментарии, мне реально очень приятно. Ребята вооруженные, видишь, ребята вооруженные, ребята серьезные. Потому что тачки здесь самые обалденные, самые скоростные, спортивные. Каких здесь только нету. Феррари, Форд, Мустанги, обалдеть. Ребят, у вас здесь бильярд. Прикольно. А какие здесь тачки? Бугатти вижу, Вейрон. Кстати, мы сегодня как раз его и угоняем. Она стоит в центре, желтого цвета. Ну, симпатично скажу. Знаешь, сколько лошадок под капотом этой малышки? 1001 лошадка. Ты представляешь, как можно разогнаться. Порше, обалдеть. И все дело будем угонять. Вижу Мерседесик, гелик, да. Феррари есть. Да, тачек много. Пиши в комментарии, какую тачку мне угнать в следующий раз. И я обязательно ее угоню. И скажи, откуда и докуда. Ну а сегодня у нас будет Бугатти Вейрон. Так что давай-ка посмотрим эту тачку поближе. И пригоним к заказчику. 10 километров. Кстати, забыл сказать, у нас будет теперь возможность. То есть это будет уже плюха, будет у нас время идти. То есть, понимаешь, определенное время нам дается, и мы должны пригнать эту тачку заказчику. Если время пройдет, то, конечно, заказчик не возьмет эту машинку. Давай же ее оценим, давай же ее посмотрим, что тут есть изнутри. Но тачка реально топовая. Давай заводи ее, Франко. Полиция на подходе. Наша миссия начинается. 10 километров и 500 метров. Погнали. Вот это дозижа. Она реально неуправляемая. Выезжаем из доков и выезжаем через город. А куда ехать? У нас есть карта, у нас есть GPS. Наша задача, значит, не перестрелки. Да-да, теперь не будет перестрелок, взрывов не будет. Наша задача довести эту тачку, знаешь, в идеальном состоянии. Понимаешь, неважно как, но должен это сделать. Погоди, ребята, уже стекол нету. Обалдеть, сколько легавых. А дрифтует она довольно неплохо. Знаешь, нужно использовать ручник, особенно в таких резких поворотах. Да, не будет стрельбы. Да, у нас есть время, как видишь, на экранчике есть время, я должен успеть. Я обязательно должен успеть, а главное вписаться практически в каждый поворот. И не нарваться на копа, довести эту тачку практически до идеала. Заказчику сзади, походу, ментов очень много. Как там жарко там. Поехали по встречке. По встречке довольно опасно. Ничего себе, свинцом поливает. Франки, как себя там чувствуешь, интересно. Сзади легавый, сверху легавый, легавый везде. А впереди тоже есть легавый, но GPS не показывает именно вот сюда. Давай дрифтом зайдем. Дрифтом зайдем. Вот мы слева, потом направо. Обалдеть. Слушай, у нас есть возможность Франклина. Это, конечно, никто не от меня. Вот, видишь, красиво. Обошли мы его. А какие-то скорая помощь стоит. Мы бочком проскочим. Тачка уже вся расстреляна. Но это не беда, понимаешь? У нее есть еще 1000 лошадок, и мы сможем ей нормально управлять. Легавый сзади, смотри, какой кипиш поднялся. Какой кипиш? А давай-ка поедем сейчас направо. Мы направо. Они за нами.
Вот так дрифтом. Слушай, реально, тачку расстреляли. Маленько подцарапан. Но это не беда, не беда. Все нормально. Все это починит. Все будет офигенно. Мне главное выжить. Главное перевести тачку вовремя. Потому что времяце кончится и будет полная жопа. А жопа уже началась, мне кажется. У-у-у, дрифтом, дрифтом заходим в поворот. Во-во-во-во-во-во-во, ручником. Прям в задницу. Еще учиться нам. 8 километров и 200 метров. Легавые в задних. Смотри, сколько их там. Обалдеть. Их реально очень много. Пытаюсь дрифтом, знаешь, чтобы войти в поворот, но тут слишком много машин. Слишком много этих фур. Я не могу нормально войти. Там легавые сверху слева. А мы дрифтом возьмем и зайдем. Так, пока едем по GPS. Во-во-во-во. Зеленый, все нормально. Пока здесь можно промчаться. Вроде маленько оторвались, но нет, они сзади, они на хвосте. Они готовы надрать мне задницу, там шипы я вижу. О, давай дрифтом, Франклин. В поворот неплохо вошли. Но главное не слететь с трассы. Так, все нормально, тачка нормально. Все нормально. А, времяце идет же. Тут легавые уже. Откуда уже появились там? Выезжай отсюда, Франклин. Нас занесло, легавые везде. У нас нету пушек, нету взрывов никаких. Нам наша задача привести тачку без взрывов, без стрельбы. Наша задача уйти от легавых. Как это можно сделать быстрым способом? А черт его знает. То, поворот направо где-то будет. Дрифтом зайдем. Не смог пройти. С управлением красиво зайти между столбами. Понимаешь, это первая тачка, это в новом сезоне наша первая тачка. И я ее походу пройду в дуршлаг. Но не я, конечно, это легавые все. О, нормально, красиво зашли. Когда, знаешь, есть возможность, а то есть побольше местечко, то без проблем можно спокойно зайти. Времяце идет же, время идет, мне нужно достать эту тачку быстренько. А маленько попутаться, ну, понимаешь, это перестрелки, полицейские погони. Погони, у-у-у, тихо-тихо, прямо по встречке, там шипы, обалдеть. Да, еще на крышу, нормально. Если бы все четыре, я бы давно все это дело разорвал. Но мы профессионалы, уже полицейские. Погоним. Забора нет. Забор был. Забора нет. Все нормально. Легавых там очень много. Четыре звезды у нас. А, велосипедисты. Красиво обошли. Согласен, красивенько маленько обошли. А времяце-то идет. Выехали уже за городом. Нам осталось 4 километра и 200. 400 метров. Полицейский разворотик. Корова, проезжай, ходи быстрей. Там полиция. Полиция Лос-Анкеса. Даже тут. Что-то мне сигналит. Я тоже умею сигналить. Прости. Сбил. Нормально. 4 километра осталось. Где заказчик? Куда мне ехать? Я даже практически без понятия, куда мне ехать. Зайдем дрифтом. Так, сзади легавый, все нормально. Слетел, чувак. Красиво слетел. Промчимся! Забор к черту. Там был не только забор, там был и камень. Проходи! Ух, проскочил. У них дробовики, у них пистолеты. Они очень злые и опасны. Легавые Лос-Сантосы, да столбы этим! Возьми. Ходу отсюда. Воу, сколько их там? Да, С4 у нас нету. Так, нам ехать налево. А осталось 3 километра. Слушай, у меня есть идея. Есть гениальная идея. Как проскочить мне здесь? На колеса. Неудачно на колеса. Тачку все разбили, но понимаешь, мы хотя бы оторвались от них. Довольно неплохо оторвались. А проезжай, уже догоняет меня. Воу! Жестко. Это было жестко. Тачка уже какая-то неуправляемая. Ну, дрифтом справляется, в принципе. Налево. Еще левее. А мотоциклист. Легавый еще. Прямо на дороге стоят. Впереди много. Много легавых впереди. Как я их объеду? Ух, проскочил. Обалдеть, я не знал, что на 4 звездах так много полиции. Она везде, мне осталось километр 600, мне осталось буквально чуть-чуть времени. Зажимают меня. Но нет, не тут-то было. Налево, направо, оп, проскочил.
а красиво входим в поворотик, а вроде отрываюсь. Но они спереди еще. Они спереди и сзади. Слушай, я не знаю, куда мне деваться. Мне нужно, по идее, еще оторваться, что ли, от них. А осталось 1 километр. Во-во-во, вертушка слишком низко. Проскочил красиво, но тут была вторая еще. Тачка шерифа. Задний, задний, задний ход давай. Дрифтует, что ли? 1001 шаг, и я должен эту гонку закончить. Так, вроде оторвался сзади. А спереди есть. Они спереди. Нет, сзади еще. Я практически, слушай, приехал. Я практически приехал, здорово. А тачку практически доставили. И пока все нормально, зажимает меня очень сильно. А надеюсь, меня хорошо встретят там. И реально надеюсь, что встретят меня очень хорошо. Так, где? Где спуск? А, надо было спуск делать. А, есть другой спуск, все нормально. Есть другой спуск, спускаемся здесь. Мы приехали. Заказчик, походу, останется довольна. Я успел вовремя. Тачку расстреляли всю, конечно. Вся в грязи, вся расстреляна. Но на целости и сохранности. Ребята серьезные. А кто у нас заказчик? Кому я должен тачку свою отдать? Слушайте, ребята. Кому я должен? Ух, тебе что ли? Прикольный костюмчик, друг мой. Может, мы будем прощаться на этой ноте. И уже увидимся в новых роликах. Всем удачи. Всем спасибо, кто поставил лайкосик, подписывайся. И всем пока!